Вот такой вот есть. Смотри, как... О, вот это прям вообще эпичный. Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Рекер, Енот, Серега. Пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Здорово. Сегодня мы играем в Scrap Mechanic, накачали очень классные постройки. Будут у нас сиреноголовые и исцепишки. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Ну что, пацаны, смотрите, что я для вас приготовил. Серега, эта постройка самая лучшая из тех, что я скачал. О. Вот, кнопочка. А ты представляешь, какая самая худшая будет? Ладно, пошутил. Голимая постройка. Дальше. Вот такой. Вот это уже, кстати, вариант поярче, Серега. О, это уже сиреноголовый. А ну-ка, давайте интересно. Понажимаем кнопки. Может, дудеть будет? Он не дудит? Походу нет. Ты, дуди... Он картонный, застреливаем. Ломаем ему бошку. На минус один рот, второй раз. Давай вот так вот. А, ну все. Нет. Так, давайте, нет. Так как построек у нас довольно-таки немало. Ну, а есть вообще прям эпичное. Серега, это у нас уже фонароголовый, смотри. Давай. Прикольно, да, сделано? Простенько. И о-о, вместо писюна краник. Хочешь попить, летел, открываешь писю... Ой, этот, краник и пьешь. Хочешь футбол, наиграй. Удобно. Нифига себе, на такую маленькую постройку такую дебилую штуковину хочешь поставить. Чтоб точно. Так, Серега, уже продвигаемся все дальше и лучше и лучше. Ого. А ну-ка, как тебе этот? Это кто? Это сиреноголовый, да, тоже? Ого, смотри, как у него руки прикольно сделаны. Среди. Офигеть. А че он? Падает. Дурак, что? Да, так, подожди, мы пьяных этих не заказывали сиреноголовых. Ты че падаешь? Он сейчас опять упадет, смотри. Рука. А, нет. Рука у него поднялась. А он типа хавает, чё, да? Он типа анимация, как он ест. Да, да. Да зачем? Он картонный, Серега, давай ему ногу отстрелим. Не, все. Уехал. Далеко. А вот это вы нажали кнопку, и он уехал, да, просто? Серега, вот это уже более... Мод надо, я не знал, хорошо. Вот такой вот есть. Смотри, как... О, вот это прям вообще эпичный. Ребята. Реально он мне нравится очень сильно. Смотри, анимация ходьбы есть. Да. Да ладно. Вообще крутой, ребята. Это прям эпичный. Ничего не могу сказать. Пока есть один из самых лучших построек, да, на сегодня. Но это еще не все, потому что дальше будет вообще эпические. Так, ну пока есть ходит себе просто анимация... До этого момента была хорошая. Ого, салют из кишок. Так, вот такой его... Это мод надо. Вот такой вот есть. Тоже мод надо. Кто же знал. Вот такой вот есть. Это вроде у нас коллекция модов есть. А, похоже на у того. Писькиного краника. Тоже полетел. Так, ладно, ладно. Успокойтесь, дайте я взорву. Хорошо. Вот такой... Кстати, Серега, кто это? Это... Ты должен конкретно знать. Это сидячий голубой сиреноголовый. Гениально, ты знаешь всех наизусть, видишь? Ты шаришь. Я вообще в шоке, как ты догадался, что он такой крутой. Ну, сидит на толчке, срет, не дают ему покакать. Хорошо, мы дадим ему. Так, ребята. Вот так, вот это, кстати, одна из лучших. Блин, мод надо. Блин, обидно, что надо моды. Кстати, вот, разработчик не пишет, какие надо моды, поэтому я не знаю. А что это у него? Среди ходит. О, давайте только не мешаем. Да реально, давайте посмотрим, как они сделали анимацию. Не, слышь, а чё как-то я первый раз вижу, что ноги выдвигаются? Это разве законно? Офигеть. Слышь, он запарился, да, мне кажется? Давай посмотрим, какие механизмы здесь. Он на поршнях. А как он не падает? Физика, Дима. А давайте просто физика проверим для эксперимента. Не. Он как за... О, смотри, падает. Смотри, сейчас будет падать. Не падает, нормально идет. Не, смотри, как-то с наклоном, Серега. Да не стреляйте, подожди, енот, смотри. Ну, он сейчас упадет, смотри.
А чё он как-то у него не очень, да, с этим? Мне кажется, у него этот, включенный датчик и стабилизация, да, наверное? Держим его. Улетел. А чё на одной ноге пляшет? Хорошо, уговорили, на тебе, падла. Ой, красиво. Так, сейчас будет, сейчас будем доходить, ребята, до смешного. Серега, твой любимый SCP. О, печенька. 173. Прикольный? Жопа не важна. Было бы прикольно, знаешь, что если бы мы в руки пулеметы добавили. Можем устроить им. Ну подождите, дайте я его взорву такой маленькой бомбой. А бомба реально здоровенная. Так. О, кстати, только давайте не взрывать, давайте покатаемся все вместе. Давай. А как сюда садиться? Давай пулемет ему приделаю. О, смотри, смотри, а давай мы кнопку нажмем здесь. Все, я поехал. Тихо, да. Тихо. Я поставлю. Так. Аккуратно, пацаны, просто новая SCP. О, пулемет уже поставил, я вижу. Ну, звук такой, знаете, надо. Как со Звездных Воинов. Взрывай его, Дим. Ты думаешь? О, стой. Да. Давайте, короче, проверим эксперимент. Сколько он выдержит бомб, потянет. Ты готов, Серега? А да. Ты не помнишь, как переворачивать... бомба, лево, вправо там. Буква R или правая кнопка мыши. Дим, он держит бомбу. Хорошо, мы будем по-своему делать. Едет? Дима, на спину еще. О. Переклонилась, да? Да. Нормально. О. Стабилизируй. Стой. Не едь, ребята, мы что-то делаем эпичное. Оно тронется просто чуть-чуть, нажми так. Едет? Слабо, да? Да. Все, получается, давай. Не тянет. Ого, вроде бомб было больше. Я думал, будет взрыв такой, что аж с экрана вылетят, это осколки на лицо. О, Серега, это тот, да. Которого ты играл на стриме. О, скромный. Ого. Привет, да? Красавец. Нравится тебе? О, смотри, как пасть открыл. Нифига себе, у него челюха. А кнопки есть какие-то? Да ну подождите, да, дайте рассмотрим. Ну блин, ну реально крутая постройка. Кнопка есть? Может у него анимация есть какая-то на жопе? Анимация жопы нету? Нету. А они из бумаги сделаны? Это просто статуя. Понял, давайте тогда сделаю красивый взрыв. Смотрите, одна бомба и чисто вот так, чтобы он вверх полетел весь. Кто взорвал-то опять? Ой. Так. Если кто будет мешать, я буду орать. Да это рейкер делает, его надо кикнуть. Нельзя здесь кикать. Так, Серега, еще одна прикольная построечка. О. Статуя снова. Ну это уже такая, это... более интереснее исполнение. Это уже более такая человекоподобная статуя, если да? Честно. Все равно жопа не грязная. Да, кстати, он забыл дерьмище добавить. Ну можно подкрасить, да, Сережка? Ну да. Ты же любишь по жопе подкрашивать в коричневый цвет. Сейчас, где там инструмент? Так, анима этого, да, механизмов нету. Ты реально красишь жопу? Во, Серега. Нет, это какой-то черный, а там коричневый. Думаешь? Тут нормально он засрался. Во, и какашка ему. Пойдет. Так, все, да, готовы? И проверим на прочность. Прочности нету. Мне кажется, эта бомба взорвет любое. Постройку. О, SCP-939. С кнопкой, Серега, ты готов? Идем. Давай. А че, я нажал. Серега, я нажал. Видишь, как колбасит ним? Не, у меня нормально, давайте переставлю. Нет, его колбасит у нас. Не, у меня не колбасит. Очень странно, да, сделано? Механизмов, наверное, много. Хорошо, вот этого еще не было у нас сегодня в серии. О, чумный доктор. Прикольно, да? О, смотри, он танцует. Ах ты, алкаш вонючий, вставай. Джиги, да. Ты должен в ролике сняться сегодня. Харе падать. Эй, кто эту постройку делал? Ты дурак, что ли, эй? Че он падает? У него...
У него что с под юбкой там было? Да? Ты заглядываешь к новому доктору под юбку? Вот гони. Ты мочишь? Так, а кнопка ж не будет, да, работать, когда на подставке стоит, да. Его можно поставить, чтобы он стоял там еще. А можно, я знаю, вот тут можно добавить, короче, пятки ему. Смотри. Все, теперь можно смело, да, убирать. И он не упадет больше. И? Че ты поставку такую сделал? Уже бы девятиэтажку тут построил бы. Подставка. Хорошо, хорошо, взрываем. Так. Последняя постройка. Самая лучшая. Оставил специально на конец. Надеюсь, Серега, тебе понравится. Давай. О, ракета. А, нет, это... Самая конченная. Серега, жопа не грязная. Надо исправлять. Ну, а что ж ты хотел? Давай. А я вместе с ними буду взлетать. Пока один. А где вы? А вы думаете, вы далеко? Я за вами лечу. Смотри, я догоняю. Я на своей машине догоняю ракету, ребята, смотрите. Серега, я вас догнал. Не, он быстрее. А ну он дальше улетел. Смотри, смотри, я еще... Я бросил газ. А теперь на всю дал. Смотри, смотри, смотри. Ого, я ударился об крышу. Мы вниз летим. Моя машина, ребята, быстрее ракеты, вы представляете? Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и посмотрим мои ролики еще.